Эцио. Ла Вольпе, какая неожиданность. Но зачем я тебе понадобился? Кажется, я знаю. Ты все знаешь. Тебе нужны мои шпионы. Помоги мне. Тебя, следовательно, и Макиавелли. Но уж нет, он предатель. Серьезное обвинение, особенно из уст вора. Он был послом в Ватикане и прибыл сюда по приглашению Чезаре. И я знаю, что он покинул тебя незадолго до нападения на виллу. Может, Макиавелли и не всем нравится, но он ассасин, а не предатель. Неубедительно. О, сейчас у него встреча с кем-то в Трастевере. Не хочешь пойти со мной? Пойдем. Это действительно рискованно. Весьма интересно, что отныне индульгенция собора Луи не... Что ты на это скажешь? Мой сын Клаудио ранен! Они застрелят его. Эти мои. Иди, твои остальные. Не дайте ему уйти! Прячься от стражников. Я не могу. Они убьют меня. Делай то же, что и я. Сегуми.
Если нет денег, то какая может быть? Деловка чьи-тосканцы подадут тебе свиную мочу в придорога. Ты еще скажешь, что это Монтальчино, но я не такой. Я получаю товар из Монте-Пучано и Умбрии, и еще никто из моих клиентов не жалуется. Почему мы не имеем сезон? Наш священник занимал, потому что давно не Идем. Клаудио! Мольта грация, мессере! Ты пока не высовывайся. Интези? Стражники ищут тебя. Вижу, плакаты развесили. Так срывай их. И можешь подкупить глашатаев, чтобы они замолчали. Или можно убрать свидетелей. Хм. Ты умеешь исчезать. Это действительно рискованно. Ты что, выпил? Не трогайте меня! Я вообще ни при чем! Ночка выдалась. Вольпе, послушай меня. Забудь о том, что мы видели. Макиавелли не причинит тебе вреда. Точно говорю. Спасибо за то, что спас Клаудио. Если ты ручаешься за Макиавелли, я поверю тебе на слово. А как поживают воры? Я собирался отремонтировать это старое здание. Раз уж мы действуем заодно, то взгляни на эти планы. Нужно, чтобы Борджиа ничего не заподозрили. Пусть это здание будет похоже на таверну. Да. Хорошая мысль. Значит, так и сделаю.
Добро пожаловать, Эцио, в Ла Вольпе Адорментата. Отличная работа, Вольпе. Я уверен, что никто ничего не заподозрит. Руководить гильдией я буду отсюда. Заходи, когда захочешь. Время от времени я буду давать тебе задания, которые помогут нашему делу. Я вижу, твои воры соревнуются друг с другом. Если хочешь, можешь поучаствовать. Покажи им, на что ты способен. Ах да, чуть не забыл. Здесь играют на деньги. Превосходный источник дохода. Ведь у нас стражники всегда проигрывают. И еще. Я хочу, чтобы твои люди нашли яблоко. Его у меня забрали. Мы уже прочесываем город. Молто бене. Чего узнаешь, приходи на Изола Тиберина. Хорошо.